Привет, друзья! Сегодня эко-новости. Как всегда, все ссылки на оригиналы новостей вы можете найти в описании. И там же вы можете найти наш телеграм-канал, подписаться и следить за эко-новостями каждый день. Начнем! Зеленский подписал указ про старт экологического проекта «Зелена Краина». Поставлена амбициозная цель за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 миллион гектаров. Для этого потребуется в ближайшие 3 года высаживать как минимум 1 миллиард деревьев. Строительство Керченского моста в Крыму спровоцировало экологическую катастрофу. По словам эксперта-эколога Алексея Василюка из Крым-СОС, для строительства Керченского моста использовались токсичные материалы, и также во время самого строительства была уничтожена уникальная экосистема. Глобальное потепление может лишить человекообразных обезьян 90% их территории обитания в Африке. Африканские гориллы, шимпанзе и бонобо к 2050 году могут лишиться до 94% своей территории обитания. Причина – климатический кризис, рост населения, расширение территории добычи полезных ископаемых. Половина ареала, который теоретически может исчезнуть, находится в пределах национальных парков и заповедников. Вице-премьер Виктория Абрамченко спровоцировала наплыв климатических беженцев в России. По ее словам, климатические мигранты прибудут из более жарких стран, в то время как Россия, благодаря своему расположению, более легко адаптируется к изменению климата. Хабаровский пройдет ремонт одного из дворов с помощью материалов, изготовленных из переработанного мусора. Переработанный пластик будет использоваться для изготовления плитки для территории возле домов. Несмотря на то, что изготовить такую плитку стоит дороже, срок службы у нее также выше, соотношение 5 к 50. Эта плитка намного прочнее, она не скалывается и зимой она не скользкая. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, пока!